Ой, какой сегодня 26 февраля, дай бог память, а? Решили собирать Евромайдан каждый день. Ну вот пока сколько людей собралось. Какая-то фотовыставка здесь устроена. Пофоткаем. О. Это называется мыс Добулы. Обгоревший Киев. Красиво так. Думал, Таня Черноволос. Это то, что стало с Крещатиком. Любимым местом отдыха киевлян и гостей столицы. Красота сна. Апокалипсис, как он есть. Ну, вот такие люди это сделали. А потом подвести не успели. Ну, или там штрафники такие. А, это уже, по-моему, как картина. Нет, фотки. А вот это стена. Я прямо не верится, что да. Это называется мыс Добулы. А это было, когда перед Беркутом кладбище соорудили, импровизированное. Это Крещатик, это центр Киева, кладбище. Символично. Песня «Програли Україну». Киев разбомбили.